Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по карте континентальных хоккейной лиги. И сегодня мы в Сибири, в городе Омск. Омск – крупнейший город России, миллионник. Он занимает второе место по численности в Сибири и восьмое по численности в России. По городу проходит Транссибирская магистраль. В этом году Омску исполняется 300 лет. Он был заложен в 1716 году исследователем и путешественником Иваном Дмитриевичем Бухгольцем, который изображен на этом шаре. И закладывался изначально он как крепость для обороны южных границ государства. А мы с вами находимся около дома купца Батюшкина, где в 1919 году квартировал знаменитый адмирал Колчак. Александр Васильевич Колчак прибыл в Омск в 1918 году, где, свергнув временное правительство, он был назначен верховным правителем России. Сейчас же в этом доме располагается музей изучения гражданской войны. Мы с вами находимся около арены Омск, которая была построена в 2007 году. И 4 года назад прежний владелец Роман Абрамович передал ее клубу «Авангард». Ледовая арена Омск вмещает в себя 10 418 зрителей. Она считается одной из самых удобных арен в России. Арена состоит из 4 этажей. Первый этаж является техническим, где находятся раздевалки команд. На втором этаже размещаются медийные службы. Третий этаж занимает 15 VIP-лож. И на четвертом этаже ресторан вместимостью 500 мест. Медиаклуб на арене является одним из самых больших клубов хоккейных арен мира.